Добро пожаловать на Hard Reset Info, перед вами LG G8S ThinQ. Сейчас я покажу, как добавить отпечаток пальца на это устройство, чтобы разблокировать телефон с помощью отпечатка, а не с помощью пароля. Итак, вначале давайте разблокируем наш телефон. Видим, что сейчас, как бы мы ни притрагивались к сканеру, наш телефон не разблокируется. Вписываем пин-код и переходим в приложение «Настройки». После чего спускаемся вниз, доходим до пункта «Экран блокировки и безопасность», а здесь нажимаем на кнопочку «Отпечатки пальцев». Если у вас не было до этого пин-кода, либо же графического ключа, а может даже и пароля, тогда вы его сначала создаете, у вас он предложит сейчас его создать. Ну а если был уже пароль, тогда просто нажимайте «Далее» и впишите тот, который у вас установлен сейчас. У меня это 1, 2, 3, 4, как известно. Все. Теперь нужно дотронуться много раз до вот этого сканера, но каждый раз немного меняя местоположение своего пальца. И так за 10-15 прикосновений вы увидите вот такое вот окошко. Мол, теперь вы можете разблокировать телефон с помощью отпечатка пальцев. Нажимаем ОК, блокируем телефон и дотрагиваюсь до спинки телефона. Опа, нашел. Все, разблокировался. Либо же, вот видите, можно разблокировать с помощью пин-кода, либо вот так вот с помощью пальца. Что ж, на этом, друзья, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!